Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем с вами разбирать корабль, который называется Green Rex. Погнали, сегодня у нас очень много работы. Движемся, нам нужно немножечко сейчас поднапрячься и выполнить два контракта. Так, подъезжай вот с этой стороны, я думаю, нормально будет. И погнали, что мы будем сегодня разбирать? Наверное, я даже не знаю, также продолжим, наверное, сверху. Тут у нас, в принципе, есть вещи, которые мы даже еще не разбирали. Так, давайте бахнем тут. В принципе, нам без разницы, с какой стороны долбить его. Смотрите, сразу сверху все падает. Долбанем. Вот тут долбанем, вот тут долбанем. А чё бы нет? Если мы можем это сделать. Так, отличненько, отличненько. Вот, еще обшивка падает. И вот еще обшивка падает. Потихонечку, блин, мы будем все разбирать. Единственное, не совсем удобно нам, конечно, будет кидать. Нам тут мешает потолок. Вот эта хрень нам мешает. И дотянусь. Ага, да. Да уж, думал, что смогу оттуда кидать, но не смогу. Ладно, давайте тогда немножечко повыше заберемся. Так, тут надо аккуратненько, потому что можем упасть. Ох-ох-ох, так, проходим вот тут. И что, давайте, наверное, вот эту комнату разносить. Чуть она тут у нас стоит. Нехрен тут делать этой комнате. Она абсолютно тут нам уже не нужна. Все, быстренько сейчас расхреначиваем. По максимальному, возможно, быстро. Вот так, блин, ну там, конечно, придется очень овер дохренища. Ой, как все попадало-то. Ой, как все быстро попадало. Так, собираем. Че, типа, места нету. Так, докинем. И Джеффи Джексон, отлично. Бросок просто шикарненький вышел. Так, а вот тут мы не долбанули. Так, где мы еще щиты не собрали? Все, отлично. Смотрите, эту комнату мы прям расхреначили очень бодренько. Замечательно. И, наверное, что нам нужно там? Нам нужно вот эти вот стены еще расхреначить, чтобы можно было завалить. Так, так. Ага. Все, отлично. Все падает прям как по маслу. Единственное, нам придется все-таки вот эту всю хрень спиливать. Так, низ я пока трогать не буду, потому что мы тогда рухнем. А вот все железо, которое тут попадало, мы сейчас с вами соберем. Очень быстренько, причем должны собрать все. Вот, вот, вот. Так, а вот эти челюсты, не понял, ты на чем держишься-то? Ты на чем держишься? Ага, вот на этом держится. Все держится на одном гребаном креплении. Чудесно. Так, давайте скинем груз наш. Так, подожди. О, мы, смотрите, контракт второй выполнили. То есть нам, по сути, осталось только масло чуть-чуть найти. Ну, с этим, я думаю, у нас тоже проблем особо возникнуть не должно. Где-то оно тут есть, по-любому. По-любому мы его найдем. Так, скидываем. Тык. По сути. Нам нужно освободить, знаете что? Нам нужно где-то... Где у нас стоит? Блин, а где мы масло возьмем? Что-то я тут и не видел больше масла. Ладно, хрен с ним. Давайте спиливать все. Будем потихонечку от верхушки-то избавляться. Опачки. Хотелось, конечно, болгарку обновить, но, к сожалению, у нас нет металла. И сортировать я металл не хочу, потому что вы же мне в комментариях написали, что я могу потерять все, что у меня для контрактов собрано. А это будет очень-очень обидненько, если я всего этого лишусь. Я уже тогда не смогу для контрактов большую часть нужных вещей собрать. Поэтому вот пока мы так мучаемся. Чудесно. Потихонечку сейчас мы эту комнату тоже с вами расхреначим. И от этого этажа потихонечку
избавимся. Есть. Так, вот это соберем. Поэтому шарахнем. Надо, чтоб у нас все падало. Так, а мы же вот тут спилили, вроде нет. Я пропустил, что ли? Что-то я очень много вещей стал пропускать. Так. О. Давайте все собираем. Вот у нас куски металла лежат. Так, по этой фигне тоже можно долбануть. Так, а чего это? А ну-ка, падай. Ну, так, когда валяется, оно мне как-то больше нравится. Так, все, выкидываем. И смотрите, мы уже от одной стены избавились. В принципе, идем очень быстрым шагом. Сейчас быстренько тут все распилим. Так, дальше что у нас? Вот тут у нас кусочек еще. Есть. Так. Вот тут теперь. Просто моментально избавляемся от стен, ребят. Опа. Болгарку, конечно, блин, по-любому будем прокачивать еще. Очень уж медленно она пилит, а пилить нам придется прям овер до хрена. Прям реально очень много. Поэтому я думаю, без прокачки болгарки тут вообще не обойтись. Это, блин, один из самых нужных предметов тут в игре, не считая молотка. Так. В принципе, нам можно даже пока не собирать, а просто все раздалбливать, оно все будет падать, падать, а мы потом все внизу это соберем. Так, наверное, даже будет проще. Вот так вот просто хреначим все, смотрите. Ага. Ага. Вот оно что. А, куда? Куда? Мой маленький сладенький ящичек. Ни хрена себе, вот это я лоханулся. Нажал не на ту кнопочку, хотел переключиться на одно, переключился, блин, на бросок. Ладно, поднимаемся. Ой, 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 и провалился. И провалился непонятно куда. Так, мне надо наверх. Мне надо наверх. Блин, а как мне теперь туда попасть-то? Хороший вопрос. Как мне теперь туда забраться? Есть, допрыгнул. Опа. Так, запрыгнул. Так, вы мне сказали, можно воспользоваться крюком на шестерку. А, да ладно. Это вот так работает? Блин, прикольно. Не ожидал даже. Окей. Буду знать, что теперь можно так быстро подниматься. Все, все рухнуло. Отлично. Так, это мы можем собрать. Давайте вот это просто подберем. То, что тут явно лежит, чтобы оно нам не мешало нифига. Дальше. Тогда, получается, разбираем вот эту верхушку. Так, ой-ой-ой, да ладно, она вся рухнула, она вся рухнула, и оп, и оп, так, теперь нам шестерочку, и вон туда, залетаем и проходим. Так, что у нас, да у нас тут охренеть все почти рухнуло. Окей, раз у нас тут рухнуло, мы, значит, вот тут еще сейчас расхреначим. Ай-яй-яй, так, не упасть бы. Так, собираем этот металл, чтобы он нам не мешал. Так, вот это тоже можно собрать. Давайте выкинем тогда. Так, шарах. Шарах. О, да блин, ну смотрите, показывает, что мы вроде бы попадаем. И в то же время ни хрена не попадаем. Так, а мне вот интересно, сейчас все рухнет или балки останутся? Я надеюсь, что балки тоже провалятся, нам не придется сюда как-то карабкаться, чтобы потом их спилить. Так, 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 да попадай давай. Опа. Так, проверяем. Сейчас нам вот тут еще надо немножечко шарахнуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Все обвалилось раньше времени. Не ожидал я, что так будет, хотя на это надеялся. Ну, смотрите, отлично. То есть мы тут развалили все. А, получается, что, хреначим дальше. Только вот тут уже будет опасно нам стоять, прям реально. Потому что тут обвалится
Все капитально. Так, надо вам в ту дырочку как-то попасть есть. Так, наверное, лучше отсюда отойти. Да что такое? Да смотрите прям. Так, и... Ой. Так, все рухнуло. Так, ну и пора включать фонарик. Так, и теперь нам получается вот с этой стороны надо все раздолбить, чтобы это тоже у нас начало падать. На чем это все держится? Не понял. Бабах. Все, все прям. Так, я не понял. А тут-то на чем? Я же... А, можно типа забрать и все? Блин, я думал, что упадет все. Но, к сожалению, нифига не упало все. И вот так вот. Бах. Так, там еще проход. Где наша машина-то? Я ее даже не вижу. Попадем. Ну-ка. И есть, попали. Так. Окей. Теперь будем вот этот кусок уничтожать, чтобы он тут тоже весь отвалился. Так, опасно, конечно, тут долбить. Блин, все падает. Может на голову упасть. Так, собираем. Так, и чё? Погнали, наверное, тогда пилить. Тут уж ничего не поделаешь, некоторые части все-таки придется нам спиливать. Без этого никак. Но главное, мы потом все соберем обязательно. Ай, блин, ты, и блин, я вместе с этой штукой упал. Ну, зашибей. Так, стопы. Опа, да что ты будешь делать? Так, так, это бочка. Блин, эту бочку я не могу продать. Так, а где лестница? Только с той стороны, что ли, лестницу сделали? Ну вы чего, прикалываетесь, что ли? Печально, конечно. Так, блин, куча всего валяется. По-хорошему бы это все подсобрать нам. Очень много всего тут упало. Очень много всего упало. Так. Давайте тогда собираю. Мне вот эту бы фигню отсюда вытащить. Давайте, может, попробуем. Блин, крыша нам мешает. Нам надо кусок крыши все-таки убрать. А тут еще по кругу опилить надо. Да. Ладно, с этим справимся. Опа. А мы что, один ящик, что ли, не закинули? Промахнулись? Так, алло. Ну-ка, опачки. Отличненько. Так, нам получается вот тут надо. Вот, ой, какой тут беспорядок. Просто беспорядок. Офигеть, как много всего лежит. Да куда ты кидаешь-то? Да? Попал? Офигеть, я попал, ребят. Я уже думал, я промахнусь. Так, что мы тут можем собрать? Да дохренища мы тут можем еще собрать. Просто очень много всего тут попадало. Оставлять я абсолютно ничего не хочу. Так что это надо тоже потихонечку. Опа, еще чуть не забыл. Так, смотрите, какой у меня план. Мы сейчас вот этот вот кусок расхреначиваем сверху, чтобы он нам не мешал. И будем попробовать вот эту фигню краном вытащить. Не знаю, получится это сделать или нет. Может, нам все-таки что-то еще помешает. Но я надеюсь, этот... Ух ты, ё-моё, сколько тут всего. Тут тоже огромное количество всего. Надо от этого тоже избавляться. Так, машинка, давай, сейчас тебя будем нагружать по полной, прям. Очень много металла у меня тут завалялось для тебя. Так, закидываем. И опять собираем. Собираем, смотрите. Шикарненько, просто шикарненько. У нас сбор идет прям большими темпами. Так, нам надо, получается, вот эту вот стену распиндюрить. Так. О, попал. Отлично. Бах. Так, лист улетел.
Теперь надо вон тут попасть как-то. Ну, есть. Есть. Так. Нафиг. Так, сейчас мы вот так нафиг. Нам надо на ту сторону пробраться. Так. Так, собрали. Во, так, уже похоже на что-то серьезное становится. Так, нам надо вот в эту фигню попасть. Ай, блин, не можем попасть. Не можем попасть. Так, а мне надо как-то перепрыгнуть эту фигню. Или как-то, может, обойти. Да хрен я там обойду. Хотя я вот тут же могу. Есть. Ребята, я обошел. Вот что мне нужно сделать. Мне нужно вот над этой фигней, чтобы мне ничего не мешало. Чтобы мне ничего не мешало, это ничего надо расхреначить. Так, собираем, избавляемся. Так. Отлично. Выбросим на всякий случай. Так, и ломаем дальше. Я надеюсь, что все это сейчас упадет. Есть. Шикарненько. Так, ну вроде бы ничего не должно мешать сейчас подъему вот этого огромного механизма. Давайте только все по кругу уберем, чтобы она явно нам не мешала. Чтоб ничего не торчало, вот сверху вот так не валялось. Потому что каждый предмет вот этот будет нам мешать. Так, так, так. Вот еще листы у нас, балки. Так, и вроде бы, слушайте, вроде бы все. Че, будем пробовать спиливать? Сейчас посмотрим, наш план удался или нет. Ну-ка. Есть. Так, и с этой стороны у нас получается тоже два приваренных таких держателя, которые нам надо спилить к чертям собачьим. И... Так, ну, вроде бы мы избавились. Так, ну что, пробуем? Блин, что-то мешает. А что мешает-то? Что нам мешает? Кран не может дотянуться, блин. Да в смысле он... Ну, блин, вот этот кусок, что ли, здоровый мешает? Охренеть. Так. Это все хорошо. Но на этот кусок еще нужно добраться. Ага. Чтобы добраться туда, нужно постараться. Так, вроде добрались. И теперь нам нужно вот эту... верхушку все расхреначить, чтобы она упала и нам не мешала. Блин, и стенки эти надо. Тут до хрена что надо. О! Рили? Да? Так, может теперь получится? Не, нифига опять не получается. Опять что-то мешает. Эх. Так, ну, а чё нам остается делать? Давайте все крушить тут, блин. Все, что мешает, будем... Так, тряпку. Почему мы тряпку не забрали? Все, что мешает нам, мы сейчас быстренько будем пытаться уничтожить. Так, так, тут шарахнули, вот сюда шарахнули, вот сюда еще шарахнули, чтоб наверняка упало. О. Ну, посмотрите, какая красота, как у нас все хорошо получается. Только один хрен, оно все не упадет. Да что ты, еще, блин, очень много теперь... Металлолому мешает нам. Ой. Охренеть, сколько рухнуло.
Так. Собираем, собираем, собираем. Я понял, что это все надо собирать и нахрен выкидывать. Потому что прям очень сильно мешает. Так. Блин. Ай, ай, ай. А, нет, попал, попал. Да, попал. Ох, я уж думал, промахнусь. Ладно. Дальше все, все, всю обшивку, все тоже забираем. Так. 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 Да так. Интересно, тут пол сейчас рухнет или нет? Тут, блин, столько всего, потому что можно долбануть и все посыпаться может прям очень сильно. Так, это мы собираем. Вот сюда. Бах. Ой. Так, ладно. Уже хорошо, что не все упало. Давайте листы соберем, которые нам мешают. Тут сейчас еще немножечко подцепим. Так, блин, вот это надо, чтобы вот эта вся фигня обвалилась. А чтобы она обвалилась, тут надо, блин, постараться. Есть. Ребята, все. Мы вот эту всю верхушку тоже расхреначили. Все упало. Может быть, теперь... Может быть, теперь нам ничего не мешает. Блин, только теперь вот тут надо разобрать все. Так, блин, собирать очень много. Понападало, конечно, тут очень сильно. Так, ну чё, пробуем, пятерочка. Да блин, опять не получается. А почему? Чё опять-то мешает? Чё мешает теперь поднять вот эту хреновину? Чё-то я не пойму. Вроде я всё спилил. Ни хрена не должно мешать. Или тут под этой фигнёй ещё что-то находится? Сейчас проверим. Блин, я надеюсь, эта хрень... не провалится и мотор этот не пропадет. Ага. То есть там может быть просто под этой обшивкой еще какая-то фигня, которую нужно долбануть. Да нет. Слушайте. Скорее всего надо, короче, вот тут отдолбить вот этот кусок. Просто так мы типа ни хрена не сможем сделать, да? Ладно, давайте сейчас без проблем. Мы сейчас от этого куска прям ничего не оставим. Он просто походу к нижней части прикреплен, поэтому мы как раз его не можем отсюда убрать. В этом-то и есть наша проблема. Так, все собираем. Да что ж такое-то? Прям сил у нас все меньше и меньше. Так, пятерочка. Так, вот. Вот нам надо отделить. И вот это все. Сейчас тоже расхреначим. Нам типа это не нужно. Абсолютно. Так. Есть. А, так, чего? Подождите. Тяжелые элементы на корабле рухнут при разрушении перекрытия под опорами. Чтобы не потерять ценный материал, сначала следует разрушить крепление элемента, а затем поднять его краном. Ну, я так и сделал. И чего вы? Да зашибись. Короче, мотор крякнулся у нас. Элементы под ним. А как я под ним элементы уберу, чтобы он при этом не упал у нас? Зашибись. Странно как-то. Ладно, хрен с ним. Нам чего главное? А, нам по-хорошему надо найти, получается, бочку масла. 2 литра гребаных там надо найти. А вот где их искать теперь, вот я понятия не имею. Это очень плохо. Ну ладно, я надеюсь, где-нибудь все-таки маленькая канистрочка у нас попадется. Там
Маша, если не попадется, то это печальненько будет. Да, но никто не говорил, что в игре будет прям все легко. Вот такие вот косяки тоже будут подстерегать нас. Ничего не поделаешь. От этого никто не застрахован. Конечно, обидно потерять двигатель, ну а чё? С другой стороны, чё, вот кто знал, что оно так рухнет? Я, например, не знал. Я думал, что наоборот его нужно отделить от пола, чтоб этот кран мог поднять. А кран хрен забил. Полный вообще. Ему поднимать не надо. Так, окей. Где же мне теперь канистр масла-то найти? Всего грёбаных 2 литра. Грёбаные 2 литра, которые нам могут помешать выполнить последний контракт. И это будет вообще печально. Слушайте, ну мы, в принципе, можем походить по острову, поискать. Я думаю, может быть, как и в первой части, тут тоже будет разбросано до хрена всего. Если будет, то это очень круто. То есть мы сможем с вами прям дополнительно всего 2 литра масла найти и последний контракт сделать. Просто переигрывать целый корабль ради... вот этого косяка, ну, это будет просто, ну, как минимум, нецелесообразно и глупо. Так, давайте выкинем. Так, ну мы дохренища разобрали сегодня, прям овер дохрена. Я даже не знаю, что тут можно опоры спилить. Не, нам надо рушить все дальше, чтобы вот это все падало. Давайте. Расхреначим тогда тут все посерьезки. Отлично. Все, собираем кучу металла. Кучу гребаного металла, который нужно собрать. Так. Главное, самые ништяки-то мы собрали на этом корабле. Получается, тут, блин, ну вообще самый беспонтовый металлолом остался. Мы теперь только им будем довольствоваться, да? Ну, ничего не поделаешь. Что разобрали, то и получили. Так, вот тут теперь надо собрать все, что рухнуло. Да, скорее всего, у нас в этом двигателе и было как раз чуть-чуть недостающего масла, но мы, походу, очень капитальненько так лососнули тунца из-за этой ситуации. Ну, ничего не поделаешь, что теперь. Не будем даже расстраиваться. Не получилось, не фартануло, да и хрен бы с ним. Так. Так. Бросаем. Замечательно. Оп. Блин, вот самое геморройное — собирать вот эти маленькие балки. Задолбали они, их очень прям много. И их везде много. Так, и что у нас держится? Наверху еще какая-то фигня у нас держится. Типа, нам надо вот тут долбануть. По-хорошему, чтобы еще тут верхушка рухнула. Чтобы она меня не напрягала уже. Так, где тут еще у нас крепление? Давайте, оба! Оба. Так, и тут нам надо тоже все расхреначить. Ох ты, блин. И все на голову сыпется. Бедная моя голова.
Интересно, мой работник в кепке работает. Мы на себя со стороны-то посмотреть не можем. Точнее, я имел в виду не кепку, а каску. Потому что, блин, на такой работе только в каске надо работать. Представляете, вот кусок даже арматуры какой-нибудь упадет на голову, все. Это, можно сказать, насмерть. Моментально. Так, собираем, 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 не стесняемся, собираем все, что нам тут может пригодиться. Да что я не могу по этим хреновинам нормально попасть? Так, ага, а вот тут придется походу пилить опять, но мы первым делом сначала расхреначим вот тут пол. По всем болтам пройдемся. О, отлично, прям много всего сразу нападало. Блин, две ночи подряд хреначим, без остановки почти. Тик, 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 так, 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 собираем. Блин, почему ж тут нет автосборки? Вот чтоб одну кнопку зажать, и можно было все собирать. Приходится постоянно тыркать пальцем. Это очень неудобно. Вот с этим разработчики как-то пожадничали с этой функцией. Могли бы уже ее добавить, как в первой части было. Удерживаешь кнопку, и все. И спокойно у тебя все собирается само. Чебоньк. Чебоньк, чебоньк. Сейчас, чтоб сразу все рухнуло. Тынк, тынк и бабах. А, мы еще же вот этот двигатель можем. Блин, у нас еще есть шанс, ребят. У нас есть еще шанс попробовать добыть масло. Еще не все потеряно у нас. Возможно, мы еще выполним. Блин, я боюсь под эту фигню уже стучать. Так, и как бы тебя убрать-то? Как бы тебя убрать? Вот не могу, мешает. Что-то мешает опять. Какие-то опоры. Как мне этот двигатель? А, мне надо отпилить. Чё я топлю-то? Тут полоска огромнейшая. Или как? Подождите. А как мне пилить? А, во. Я понял. Так, и с другой стороны типа надо, да? Если сейчас мы это соберем и там будет масло, блин, я очень рад буду. Ну-ка. Есть. Мы можем собрать. Ну, теперь остается только надеяться, что там будет масло. А мы пока... Так, а что это? Ну-ка, собирай давай. Все палки, все, что вообще лежит. Полностью подчистую. Так, кранчик спускается, а мы пока давайте вот тут горелкой срежем. Корпус. А чё он так хреново-то? Прям очень хреново начинает резаться. То есть нам горелку тоже надо будет прокачивать. Есть. Сожгли. Ну чё? Ну, скажите мне, что там масло было? Ребят, есть. У нас все три выполненных контракта. Погнали-ка, тогда с радостью все их сдадим. Вот прям я просто несусь, радостный, несусь и несусь. Так, так, где у нас он? Так, контракты. Заявка, отлично.
Заявка. Отлично. И у нас 84 бакса. Все. Завершение контрактов на корабле Green Rex у нас. И, ребята, все чудесненько. Так, теперь мы можем спокойненько поехать отсортировать все, что у нас накопилось. В принципе, разбирать-то недолго, но мне хотелось бы немножечко металла сейчас сбагрить, чтобы мы смогли прокачать нашу болгарку. А ну, давайте, открывайте. Так, ну давайте, зеленый. Синий. Потихонечку спешить не будем, потому что если будет много ошибок, то нам меньше денег дадут за сортировку. С этим не особо хочется столкнуть. Так, а подождите, а куда бочку на это было? Что-то я не понял прикола. Блин, красный самый шляпный, походу, металл, самый дешевый. Его прям очень много. Да куда вот эту фигню-то? Я не пойму, куда эту бочку-то надо. Бочку типа в масло надо, в синее. Точнее, в желтое. Ликвид. Бочки нам, конечно, испортили все. Так, общий заработок. Так, пропущено 2. Да и хрен бы с ним. Так, оставлено. Так, ничего. Выходим, и нам нужно теперь мы можем. Так, my friend. Заказ. Ящик прокачали. Болгарку прокачали. Так, чего мне не хватает? Жидкости мне теперь не хватает, зашибись. Так, ну, мы прокачали, получается, руки. А я хотел не руки, ящик. О, создать улучшение ящика до 5 уровня. О, теперь мы больше можем собирать. Все, замечательно. Давайте садиться в машину и, наверное, что, заканчивать с этим кораблем уже? Просто сейчас паркуемся и, я не знаю, ой, ящичек. Так, мы 140 килограмм вместо 100 можем теперь брать, чуть побольше это получается у нас. Эх, так, где кувалда? Надо, короче, тогда с этим кораблем прощаться. Ни хрена не рухнуло. Блин, тут же еще надо. Тут надо со всех сторон столько всего расхреначить, чтобы все это упало. По сути, мы контракты выполнили. Нас тут ни хрена не держит. Поэтому мы можем вот так по-варварски теперь хреначить. Не боясь, что у нас что-то пропадет. Так. Надо только попасть. Оп. Оп. Так, теперь где-то вот тут, вот тут, вот тут, вот сюда, да, воу, блин, прям лестница не нагло. Охренеть, тут все равно еще много всего осталось. Так, будем долбить вот тут. Так, отлично. Все падает, можно потихонечку собирать. Да бросай ты давай уже. О. Ну реально, немножечко побольше мы можем теперь в руки брать.
не сильно, конечно, отличается от того, что было. Хотя мы на 2 пункта прокачали прям наши ящики. Но, видимо, игра считает, что этого все равно мало. Ну, мало так мало. Че нам? Прокачаем еще потом. Нам главное сейчас вот этот весь трипер собрать с корабля, который развалился. И сейчас разрушить вот эту фигню, чтобы все теперь не пилить. Потому что болгарка у нас пока шляпная. Нам просто невыгодно. Так, и что, пробуем? А ни хрена. Тут до хрена еще, блин, столько всего. Так, это пол у нас. Пол сейчас упадет вместе с нами, да? Так. А на чем там держится сталь? Ага. Я понял, что хрен на чем оно держится. Можно сказать, не на чем. Так, ну чё, блин, нам по сути-то осталось хрен да ни хрена собрать вот эти остатки и продать к чертям этот корабль. Мы миссию свою выполнили. Единственное, я вот прям резать уже не хочу. Прям реально не хочу. Но походу придется все-таки нам какие-то части тут срезать. Так, собираем все, что можно собрать. Вот у нас кусочек-то остался. Хрен да ни хрена. Чё мы его не сможем тут раздолбить? Давайте вот тут раздолбим, чтобы все упало. И не будем напрягаться. Вон у нас даже игра сейчас сохранилась. Это типа предупреждение, что может что-то на голову сейчас упасть. Может быть. Я надеюсь, что не упадет. Тинк, тинк, тинк. Так, вот тут еще у нас косяк остался. Давай падай вместе со всей этой фигней. Шикарно. Так, ага. Вот у нас и все, в принципе, обвалилось. Осталось хрен да ни хрена. Блин, и что? А, ну лестница у нас упала. Тык-тык-тык-тык-тык. Блин, так быстро собираем. И швыряем. Все. Ребята, мы почти на финишной прямой. Тык-т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 ык. Просто очень дохрена металла нападало. Прям нереально много. А некоторый металл у нас товарищ наш очень хреново собирает. Вот что я заметил. То есть какие-то вещи он быстро хватает, а потом что-то начинает иногда подтупливать. Может, это из-за того, что он типа много веса уже берет и устает. Может быть, и из-за этого. Хрен его знает. Так. Слишком много. Окей. Так, 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 так. И бросок. Дальше, 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 дальше осталось прям вообще. Прям чуть-чуть осталось. Смотрите, тут и мусора-то почти уже нет. Нам останется сейчас пару балок распилить. И две эти части краном нахрен отправить на свалку. Эк. Так, ну походу все. Походу... Ай, блин, вот еще кусок. Про тебя-то я забыл, блин. Как же так-то вышло? Про тебя-то мы забыли. Ладно, благо все рухнуло быстро. Ничего не надо спиливать. Опачки. Так. Смотрим, что мы тут можем долбануть. Тут можем долбануть. Все. Тут тоже все осыпалось.
Замечательно, у нас продвигается... Да ё-моё, тут еще кусок. Да что ты будешь делать-то? Как только думаешь, что все, оказывается, что... Хрен тут, а не все. Ай, блин, а вот тут придется отпиливать. Потому что ни хрена, она просто так... Вот эта вот балочка не отвалится. Все. Вроде бы. Больше я не вижу никаких препятствий. Давайте спиливать вот эти фиговины. Точнее, срезать. И краном увозить. Есть. Так, где-то у нас еще вот тут. Так, надо как-то вот так поближе, может стать быстрее будет. Да, по-моему, даже быстрее. У нас прогорание идет. Есть. Так, теперь с этой стороны надо сделать то же самое. Опа, а тут у нас еще металл почему-то лежит. Эх, и стемнело-то как быстро. Начинает темнеть, надо заканчивать. Интересно, сортировка железа ночью проводится и всех материалов. Так, вроде бы все. Так, и чё? Чё мне хотите сказать, что я типа могу? Не могу. О, вот эту часть могу. Все, ждем. Так, посмотрим тут по сторонам, что там. О, тут еще какие-то вещи валяются. Сейчас пока у нас кран вот эту часть увезет. Мы прожекторы соберем. Вот тут соберем. Так, кран увозит. Кранчик увозит. Так, а что у нас тут есть? Давайте скинем. Так. Так. Во, чудесно. 800 килограмм сразу шарахнуло нам. Просто чудесно. Так, а что нам тут? Кран не может поднять, дотянуться до груза. А почему он не может дотянуться до груза? Ему же ничего не мешает. Так, я понял. Я вижу, почему он не может дотянуться, блин, до груза. Как мы этот кусочек провафлили? Я же про него говорил. Хотел от него избавиться. Блин, забыл, походу. Стинг. Все. Все. Замечательно. И теперь все. Да, можно и избавляться. Отличненько. Все, можно сказать. Со вторым кораблем мы полностью расправились. Офигенски. Ребята, это просто офигенно, когда корабль можно полностью вообще разобрать. Интересно, какой будет следующий. Следующий, наверное, будет еще больше. Но жалко, что кран очень медленно все это делает. Давай уже, поднимай шустрее. Опа. Да, все, просто пустота. Я тогда закидываю ящик. Сажусь в свой мотобайк, такой здоровый. Даже это не мотобайк, это оговорился. Это мой фургончик такой, грузовичок, который мне приносит денежки. Так, во, еще 800 металла. Так, сортируем. Ай, блин, вот это я лоханулся. Блин. Скорость увеличил. Вот куда у нас идут все жидкости. Блин, со скоростью надо аккуратненько. Можно из-за этого. Так, а что, я заново выбрал, да? Так, отсортировано. Завершить. Всего пропущено. Отлично, как раз сохраним, да? Так, у меня теперь... Чего? У меня теперь есть возможность купить прокачку
Намасте. Давай, намасте. Блин, а мне масла же не хватает, точно. Не хватает. Так, горелку. Так, канат. Канат мне нахрен не нужен. Ладно, давайте сдавать тогда. Тогда давайте сдавать этот корабль к чертям собачьим. Наконец-то мы с ним закончили, причем достаточно быстро, за 2 видео. Конечно, они не такие короткие получились, как обычно, но вы и сами просили, в принципе, чтобы видео были немножечко подольше. Все, мы продали этот корабль. И следующий у нас какой будет? Следующий у нас будет Каролина. Ой-ой-ой-ой, походу не маленький будет, и 50 баксов будет стоить. Ну, в принципе, у нас деньги на это есть. Замечательно, в следующий раз тогда мы его как раз и купим. А на этом сегодня все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Напишите какой-нибудь комментарий, помогает каналу развиваться это. Немножечко больше лайков набирать, комментариев каких-то дополнительных. Да и новые зрители приходят, которые тоже иногда остаются на канале. Поэтому, если не сложно, сделайте это. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.